2015 року в Балті діє Центр розвитку українсько-польської культури та освіти імені Зенона Бжезовського, пріоритетним напрямком діяльності якого є розвиток польської мови та культури різноманітних освітніх напрямків. 3 травня Польща святкує День Конституції, і до цього дня члени Центру розвитку українсько-польської культури присвятили захід, направлений на вивчення основного закону Польської Республіки. Сучасна Польська Республіка має вікові государственно-правові традиції. Вони неоднократно актуалізувалися, а потім втрачувалися із-за очередних політичних катаклізмів. Польський правительственний закон 1791 года – прообраз первой конституции в Европе. В мае 1791 года Польша приняла первую европейскую конституцию. Она именовалась правительственным законом и была создана под влиянием французской декларации о правах человека и гражданина. Несмотря на то, что Речь Посполита имела некоторые признаки республиканского государства, она являлась специфической выборной монархией. Первая польская конституция отрицала равноправие граждан, в то время как дворяне-землевладельцы имели ряд привилегий. Католики также обладали некоторыми преимуществами перед представителями других конфессий. Сейм, состоящий из двух палат, имел преобладающую власть, а титул короля стал наследственным. Прошло более года, как часть феодалов, заручившись поддержкой России, подняла мятеж и вернула себе права, отобранные майской конституцией. Новую конституцию приняли в ноябре 1793 года в городе Гродно. Однако она просуществовала недолго, так как через 2 года Польшу разделили между собой Пруссия, Россия и Австрия. Так на долгие годы прекратило свое существование независимое польское государство. Возрождение Польши как государства стало возможно благодаря Октябрьскому перевороту в России, а также поражению Австро-Венгрии и Германии в Первой мировой войне. В феврале 1919 года была принята Малая Конституция, урегулировавшая систему высших органов власти Польши до утверждения основного закона государства в марте 1921 года. Формой правления избрали парламентарную республику. Ее специфической чертой являлась ведущая роль парламента в государстве. Национальное собрание избирало президента, а тот, в свою очередь, назначал министров. И президент, и министр за нарушение Конституции могли привлекаться к ответственности перед государственным трибуналом. 23 апреля 1935 года была принята очередная Конституция. К тому времени в Польше уже сложился авторитарный политический режим. Основной закон государства значительно ограничивал политические права граждан, а основные полномочия сосредотачивал в руках президента. Польская Народная Республика. Движение к социализму. После окончания войны 1939-1945 годов в Польше было создано временное правительство. В его составе были в основном силы, которые ориентировались на создание в стране прокоммунистического режима. Под советским нажимом Польша начала движение к социализму. Она стала называться Польской Народной Республикой. Вскоре оппозиция была полностью ликвидирована. Страной безраздельно правила партия коммунистов ПОРП. В новой конституции, принятой 22 июля 1952 года, многие положения были позаимствованы из сталинской конституции. В качестве основных задач она определила вытеснение и ликвидацию тех общественных классов, которые эксплуатируют трудящихся и крестьян, и установила, что власть принадлежит крестьянам и трудящимся. Типичными для всех социалистических конституций обязанностями были требования строго соблюдать государственную тайну и проявлять бдительность к врагам социализма. Последующие десятилетия лидеры ПОРП регулярно менялись. Каждый из них считал своим долгом внести в основной закон государства какие-либо изменения. В 1956 году была восстановлена Верховная палата контроля, которая подчинялась Сейму и была поднадзорна Государственному совету. Кризис 1970 года привел к реформе политики территориального устройства, разделив местное управление и самоуправление. Новая редакция Конституции ПНР принята в 1976 году. С одной стороны, изобиловала словесной демократизацией, особенно в части формулировок прав и свобод. С другой стороны, открыто усиливала тоталитарные черты политического строя. Начало 80-х годов 20-го столетия в Польше отметилось серьезнейшим политическим кризисом. Профсоюзное объединение «Солидарность» выступило против власти правительства, его поддержали миллионы польских трудящихся. ПОРП, пытаясь удержать свои позиции, объявила о чрезвычайном положении в стране. Новое руководство партии попыталось осуществить некоторые социалистические обновления в Конституции.
Так из подчинения правительству была выведена Верховная палата контроля, а затем были учреждены Государственный конституционный трибунал. В последующие годы в Конституцию была включена гарантия устойчивости личных крестьянских хозяйств, создан институт исключительного положения. В апреле и декабре 1989 года были проведены конституционные реформы, которые окончательно поставили точку в польском социалистическом эксперименте. Становление правового демократического государства на принципах социальной справедливости в Конституции 1989 года из названия государства убрали слово «народное». Была исключена вся социалистическая терминология, а также вообще все упоминания о социализме. Польша стала определяться с формулировкой «правовое демократическое государство», которое осуществляет принципы социальной справедливости. Также указывая, что объединение граждан партии происходит исключительно на добровольных принципах. Власть принадлежит народу, который осуществляет ее через своих представителей в Сенате, Сейме и Национальных Советах. В конституционной реформе 1990 года были урегулированы основы территориального самоуправления, которые определялись как основная форма общинной жизни в гмине. Выборная власть на уровне воеводств была ликвидирована. Также были исключены права президента в отношении национальных советов и изменен его конституционный статус. Срок полномочий уменьшался до 5 лет. Выбор президента становился прямым. Первым всенародно избранным президентом стал Лех Валенса, лидер солидарности. В обществе созрело принятие новой конституции. Первоначально ее утверждение хотели приурочить к 200-летию первой в 1791 году. Однако острые политические противоречия затянули этот процесс на долгие 8 лет. В 1992 году была принята малая конституция, третья по счету в жизни польского государства. Она установила, что конституция 1952 года утрачивает свою силу за исключением нескольких положений. И, наконец, 2 апреля 1997 года была принята, а в октябре вступила в силу ныне действующая конституция Польши. Конституция 1997 года. Структура основного закона Польской Республики. Начинается Конституция вступлением о том, что Польша помнит горький опыт времен, когда права и свободы человека были нарушены. Далее говорится о продолжении страной лучших традиций Первой и Второй Республик. В предсловии дается определение Конституции как основного закона государства, который опирается на уважение справедливости и свободы, общественный диалог, принцип субсидиарной и взаимодействия властей. Почему мы сегодня собрались здесь и почему такое большое значение именно этому дню празднования Конституции Польши? Дело в том, что наша организация названа «Развиток украинско-польской культуры», поэтому мы пытаемся охватить все сюжеты, которые связаны и с Украиной, и с Польшей. Может, кто-то подумает, что на сегодняшний день очень много внимания определяется Польше, но мы так не считаем только потому, что Польша в свое время брала истоки, скажем, из советского режима. Но, несмотря на это, она смогла вырваться из этой власти и основать свое государство независимое и таким, каким мы видим его сегодня. Очень много времени было потрачено на то, чтобы достойный уровень жизни был и у людей на сегодняшний день, и правительство, финансы, политическая сторона жизни Польши была освещена в Европе и, скажем так, имела достойный вид. Поэтому Украина, я считаю, тоже достойна того, чтобы идти по этому пути, для того, чтобы достигать своих таких же результатов. И Польша для Украины действительно является каким-то таким соседствующим, родным и близким примером. Почему? Потому что с какой-то стороны мы пошли по тому же пути. Очень много на сегодняшний день в плане законодательных, в плане реформ идет именно по пути Польши. Есть другие опыты других европейских стран, однако Польша является самым близким в этом отношении к Украине. На сегодняшний день
Просто очень много параллелей проводится не только Украина-Польша, а конкретно нашего города, конкретно нашего района, с другими повятами Польши, с городами-побратимами, которые есть у нас, у нашего города. Поэтому мы считаем, что нужно освещать праздники и украинские, и польские, чтобы люди, которые живут на нашей территории, попадая в Польшу, имели представление о этих праздниках, о традициях, о корнях всего того, что возникало и в Польше, и в Украине. Расскажите, пожалуйста, насколько Конституция Польши действительно реализуется в действии? Насколько закон Польши, основной закон Польши, уважаем в этой стране? Ну, начнем с того, что поляки очень законопослушный народ. Это является основным фактором для них и для выполнения законов. Законы не только в Польше работают, законы работают по всей Европе. Когда первый раз я попал в Европу, первая моя страна это была Чехия. Первый вопрос, который я задал своему другу чеху, это когда я в Праге увидел то, что там отсутствует большое количество джипов и крутых иномарок, в отличие от нас. Вернее, в отличие от нашей страны, он говорит, а у нас, если ты купил дорогую машину, то налоговая полиция у тебя будет на следующий день. Будут задавать вопрос, откуда у тебя доходы на такую машину. По-другому еще можно сказать так, что в Европе, в том числе в Польше, ну, так как нам Польша самая близкая страна, соседствующая с Украиной, в принципе, жители и те, кто там находятся, они больше всего боятся нарушить закон. Вот почему? Потому что они знают, что если есть нарушение закона, то долго не придется ждать наказания. В презентации очень четко прозвучала мысль о том, что Конституции подчиняются все граждане Польши, независимо от социального статуса или достатка. Президент, простой человек, действует ли это сейчас вот на территории Польши? Да, это действует. Это работает не только в Польше, это работает по всей Европе. Почему? Потому что на данный момент вот, я конкретно знаю, что в Чехии депутат, который там в парламенте, он два созыва не имеет права купить себе загородный дом, потому что ему это попросту не разрешают сделать. Имеет ли он деньги или не имеет деньги, это не интересует. Закон есть, и который они не нарушают. Только после того, как депутат будет два созыва в парламенте, вот после этого ему только разрешат, не дадут денег купить загородный дом, а ему просто разрешат купить этот дом. А до этого он 10, практически 10 лет, он живет в многоэтажках со всеми людьми, ходит по тем же улицам, питается тем же самым, что и кушают другие, вот, и платит налоги за коммунальные услуги так же само, как все. То есть у них нету такого, что если ты депутат, у тебя какие-то там определенные льготы. Такого нет. То есть депутаты у них это обыкновенные люди, такие как мы с вами. Такие, как мы с вами, они, у них даже нельзя сказать, что если бы я встретил депутата, я бы понял, что это депутат. Они ничем не отличаются от нас с вами. То есть вообще. То есть нету иномарок крутых, нету сопровождения, нету мигалок, нету полиции в сопровождении. То есть они такие же самые, как все. То есть, и, наверное, поэтому и живут они там по-другому, намного прогрессивнее, чем в Украине. Хотелось бы и будем надеяться, что у нас тоже так будет, потому что и уровень коррупции, у них коррупция искоренена практически полностью. Я не слышал такого, чтобы полицай взял взятку. И это практически невозможно. Почему? На своем примере я могу сказать, когда я нарушил правила дорожного движения, меня оштрафовали на $80. Вот. И причем
как я ни пытался, ни просился хотя бы снизить сумму штрафа. Полицаи были неподкупные. Когда я сел у них в машину, у них везде видеокамеры в машине, в полицейской. Все это снимается и в режиме онлайн передается в центральный полицейский участок. И то есть, и фактически, чтобы они даже если хотели, они просто этого не могут сделать. И зачем ему брать взятку, если у него хорошая зарплата и у него социальные условия, ему позволяют нормально жить и нормально существовать. Ну вот ваше мнение, что же движет людьми, да, в Европе? Боязнь наказания или все-таки уважение к своему основному закону страны? Это, скорее всего, не боязнь, а уважение. Почему? Потому что боязнь... если человек будет бояться, он все равно будет это делать. То есть какими-то другими путями, как-то извращаясь, там, как-то пытаясь ускользнуть, улизнуть, но он будет это делать. Ну, как говорится, что глаза боятся, а руки делают. А здесь идет больше как уважение. Почему? Потому что, в первую очередь, это уважение к стране, и уважение к закону – это уважение к самому себе. Ирина, расскажите, сегодня присутствуют новые члены организации, кто это, дети, подростки, кто это такие, насколько активно развивается организация ваша? Ну, на сегодняшний день у нас уже считаются уроки польского языка, и вот наши ученики, сегодня вот девочка, в частности Алена Садковская, она читала презентацию ко Дню Конституции Польши, и вот есть у нас еще ребята пришли наши, как бы, на эту презентацию. То есть ребята учат, помимо языка, еще пытаются учить культуру Польши. И я думаю, мы будем развиваться в этом плане. То есть в следующей презентации как бы будут другие дети готовить. Мы уже подготовим в следующий раз и стихи на польском языке. То есть очень многим из них уже интересно, они уже сами просят. То есть несмотря на невысокий уровень знания языка, они уже просят учить стихи наизусть. То есть я думаю, что мы будем расти и развиваться в этом отношении. Прогресс есть, да? Да, то есть прогресс есть у нас. Ребята стремятся к лучшему, хотят знать лучшее, видеть лучшее. Планы на будущее организации есть? Вот на ближайшее будущее? На ближайшее будущее, я думаю, мы будем дальше отмечать как польские, так и украинские наши праздники, то есть не зацикливаясь только на польских, потому что наша молодежь должна знать и наши украинские все праздники, и польские, так как у нас организация объединенная, польско-украинская культура, как бы и... Я думаю, на будущее у нас будут и поездки в Польшу нашей молодежи, и, возможно, в следующий год мы на какие-то курсы организуем поездку детей. Насколько для тебя важно посещать занятия в украинско-польском обществе? Связываешь ли ты свое будущее с теми занятиями, которые сегодня проходят здесь? И насколько тебе интересна культура, то есть прошлое Польши, настоящее, может быть, будущее? И планируешь ли ты вернуться в Украину для того, чтобы жить, может быть, как живут поляки? Несколько уроков хожу на польский, выучиваю немного, но стараюсь учить больше, самой как-то учить, искать в интернете информацию про культуру, про Польшу, про развитие, про историю культуры. Планирую в будущем поехать в Польшу, выучиться, а потом обратно вернуться в свою страну, Украину, чтобы здесь реализовать свои планы. Вернуться в свою страну для того, чтобы поднять развитие нашей страны на уровень Польши, страны, которая находится рядом с нами. Ни для кого не секрет, что в 2012 году между Балтским районом и Домбровским повитом был подписан договор о сотрудничестве в сфере культуры, и ежегодно проходит обмен делегациями. Я рада, что Балский район два раза попал на празднование Дня Конституции 3 мая. В одной из таких поездок была я, и я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Празднуется этот праздник очень пышно. Правильно сказал Сергей, что они не то чтобы трепетно к нему относятся, они просто его выполняют. Самое главное, чтобы в любой стране законы работали. Так вот, на примере Польши этот закон там работает. Хотелось бы отметить, что в этой поездке делегация Балтского района была в части, которая уже была торжественной, такой представлена как звезда вечера. То есть наши детки и вот присутствующие здесь детки, да, тоже были в составе этой делегации и выступали там, и очень приятно,
важно, что на праздновании именно этого праздника, Конституции Польши, дети из Украины, дети из Балты представляли свою страну, свою культуру, свой народ и, естественно, свой город, в котором они выросли, живут. Я надеюсь, поедут учиться. И, конечно же, мы вас ждем, чтобы вы сюда вернулись и действительно помогали уже нам развиваться в Европе и превращаться в европейскую страну. Потому что правильно говорят люди, что законы будут работать тогда, когда каждый начнет их выполнять и начнет их выполнять с себя. Хотелось бы также сказать, что у нас подписан еще один договор о сотрудничестве уже с городом Лемберг Поморского воеводства. Мы подписали недавно с ними договор о сотрудничестве. И готовится подписание договоров между городом Балта и городом Домброва-Тарновска и городом Щучин. Эти договора будут подписаны в конце августа. Сергей Сергеевич Мазур подпишет эти договора как мэр города Балты, который будет возглавлять, я надеюсь, делегацию Балтского района. И это даст возможность еще больше нам не один раз в год, не два раза в год, а большее количество раз меняться делегациями, сюда приглашать польских детей, возить наших детей туда для того, чтобы они не только видели, как там живут люди, а чтобы они видели, как они сами свою страну вот делают такой, какой она есть. Мне очень приятно сегодня присутствовать на этом мероприятии. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам мероприятия, людям, которые стоят у истоков, которые создали это общество и которые помогают детям воплощать их мечту, которые учат любить, я хочу сказать, Украину, потому что они любят прежде всего свою родину, они не хотят ехать в Польшу для того, чтобы остаться там, мы это слышали сегодня. Они хотят вернуться, они хотят получить европейское образование, но реализовывать себя уже в Украине. Я очень благодарна Сергею и Ирине и всем другим, кто стоит у истоков, Сан Санычу, который очень много знает, который очень много общается с ребятами. Всем, кто причастен к этому мероприятию, деток хочу поблагодарить и пожелать им дальнейших успехов, процветания и всего-всего самого-самого доброго и хорошего. Катя, мы знаем, что ты в составе делегации была в Польше на праздновании для Дня Конституции. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления о поляках, о Польше, о их культуре. Что тебя больше всего привлекло и что тебя побудило сюда ходить на курсы польского языка? Польша – это невероятно красивая, замечательная страна. Мне там очень понравилось. Там, еще раз повторюсь, красиво. Мы выступали на большой сцене, и там очень доброжелательные люди. Выделить что-то я особенно не могу, потому что мне понравилось там все. И я благодарю тех людей, которые организовали эту поездку, и я с удовольствием бы поехала еще раз.